Здравствуйте, господа. Поздравления вам от нашего велоцентра. Желаем вам, чтобы работа была любимой, чтобы клиенты были добрее, а желательно еще и умнее, чтобы просили, что хотят, а не то, что им нужно. Чтобы работа приносила счастье, а желательно еще деньги. И все-все вокруг работа, работа. Чтобы дети были добрее, чтобы мамы были живее, чтобы у всех все было хорошо. Ну что, граждане, скажу про работу. Есть у нас тут работа, мы все тут велосипедами занимаемся. Работу, работу. Мы это дело любим. В первую очередь, не деньги нам важны, а работа. Что мы хотим? Чтобы работать было весело, чтобы клиенты были хорошие, чтобы денег у них было много, чтобы тратили они их с умом. А мы вам как раз с этим поможем. Желаем вам велосипедов рабочих, запчастей не ломающихся, и мастеров хороших, и продавцов не врущих. Так что с Новым годом от нашего велосообщества. Михалыч, давай, тебя пару слов тоже. Я, в принципе, поддерживаю все уже сказанное. Вот. Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Вот. Желаю, чтобы он был лучше, чем тот год, что вот уже подходит к нашему концу, к логическому завершению. Кличко вот. Ставил. И... Ребята, смеемся, улыбаемся, у нас праздник. Мы смеемся, у вас праздник, у всех праздник. Собственно, если вы являетесь совершенным ортопедом, и у вас есть воздушный шарик, и вы боитесь покоцать свои 200-рублевые грипсы на своем стелсе, то вы обязательно этот шарик возьмите и на грипсу натяните. И вот она вам мягко, красиво и супер ортопедично. Защита зимой. It's good for you.